Уважаемые коллеги, очень рад приветствовать вас здесь, в одной из библиотек юридического факультета Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера, который был одним из первых четырех факультетов при создании этого университета в 1502 году. Таким образом, этот факультет является одним из традиционных юридических факультетов в Германии. Здесь работали и преподавали такие выдающиеся юристы, как один из первых представителей естественно-правовой школы Кристиан Томазиус, а также первая женщина-юрист-профессор Гертруд Шуберт Фикинчер. Да и на сегодняшний день юридический факультет Галле-Виттенбергского университета продолжает эти славные традиции. Он занимает лидирующие позиции в рейтинге CHE, который составляется ведущим изданием Zeit. Меня зовут Азар Алиев, и я ассоциированный профессор в области международного экономического права и сравнительного правоведения этого прекрасного факультета. Региональный фокус моих исследований сконцентрирован на постсоциалистических государствах. При этом Казахстан, как страна, с которой меня связывают очень тесные, многолетние, профессиональные и дружеские связи, занимает в этом фокусе особое место. Именно поэтому я был очень рад и даже польщен получить приглашение от Американской ассоциации юристов создать в рамках инициативы верховенства права курс по гражданскому праву Казахстана. Хочу сразу оговориться, что данный курс является лишь взглядом извне. Это лишь небольшая попытка внести скромную лепту в и так уже очень оживленную дискуссию, которая ведется в цивилистической науке и в правоприменительной практике Казахстана, который в свою очередь зиждется на трудах таких корифеев цивилистики, как профессоры Басин, Сулейменов или Диденко. И эти традиции очень успешно продолжают мои многие коллеги и друзья, которых я очень ценю. Приведенные здесь мысли, идеи и отчасти предложения являются лишь поводом для продолжения дискуссии с особым фокусом на сравнительно-правовом аспекте. Я широко опираюсь на немецкое гражданское право и также довольно широко учитываю цивилистику Российской Федерации и Азербайджана, двух юрисдикций, которые имеют очень схожие экономические, социальные и юридические проблемы с Казахстаном. С точки зрения немецкого права, я хочу обратить особое внимание на методологию решения казусов, которую я представлю наряду с теоретическими лекциями. На мой взгляд, успех немецкого права основан в том числе в широком применении этой методологии при подготовке и образовании юристов. Я очень надеюсь, что представленные методы послужат основанием для похожего развития в юридическом образовании Казахстана, и мы сможем наладить очень широкий обмен в этой области.